Здравствуйте всем. Меня зовут Нурбек, сын Айдар. Общаемся с Давидом более 2 лет. Сеанс проводили мы недавно, где-то недели полтора назад. То это сон пропадал, сон ночью соскакивал, часа 2-3, и там под утро засыпал. После сеанса опять нормализовалось. И я не знаю, с чем это связано. Вот, может быть, скоро, дай бог, собираемся к Давиду. Может быть, там уже они уже на месте устранят эту проблему. Хотя и так сейчас после сеанса вот как бы сон нормализовался. Сейчас пока такого еще не было. Просто каждый, вот мы стараемся, вот сеанс, и сразу же смотрим на следующий день, там, допустим, что у него резко такое. Нет, такое, ну, может и быть, может и такое быть, но в основном многие вещи мы не замечаем, многие положительные моменты. Вот как бы... Я вообще вот советую записывать, допустим, сегодня какой там, допустим, 23 января, там, что наша проблема, допустим, махание руками, Стим бегает, там, гиперактивный, аппетит плохой, и, допустим, там, через неделю то же самое, там, записывать, и что улучшилось, что ушло, а наоборот, что появилось. И со временем, вот если постоянно вот активно общаетесь с Давидом, проводите сеансы, медитации Йосефы, делаете вот, и как бы потом посмотреть назад то, что вы же написали, не кто-то другой, а вы сами, и сравнить, что изменилось, что нет, с чем еще надо работать. Опять-таки говорю, результат бывает не сразу, ребенок же, двухлетний ребенок, допустим, сразу же не превратится в десятилетнего, ну, допустим, такой отрезок времени. Нужно время, все. А, вот смотрел разные вот после очного лечения доктора Аркадия, там сидят в импровизированной студии, берет интервью и у родителей, которые прошли уже очный курс и собирается домой. И я когда сидел, все, я почти все смотрел, все, я подписан на их канал, все смотрю, все отслеживаю. И сидел, думал, вот как бы потом... Ну, мечтал, как бы, что мы тоже туда попадем, тоже пройдем курс лечения и будем давать интервью. И так я сильно хотел, значит, что, дай бог, скоро тоже летим туда. Так что есть хорошие новости, уже считаем дни, часы считаем уже.